Всем привет, с вами Влад, это видео по игре Last Dinner Survival, и это видео по 17 сезону. Перед началом данного видео ставьте лайки, подписывайтесь на канал и погнали! Смотрим первое задание у Патрика. Капитан просил расчистить проходы к объекту, особенно в каменных холмах. У капитана явно какая-то травма, связанная с уборкой. Даже не представляю почему. Окей, погнали! Ну что, ребят, я пришел на локацию каменные холмы, ну и конечно буду убирать мусор. Ну что, ребят, я уже убираю третий мусор, все, задание я выполнил, отправляемся на локацию Эхо-1. Старые знакомые ракеты обосновались в сосновом бору, нужно дать им понять, что им здесь не рады. Окей, беру это задание и отправляюсь на локацию под названием Сосновый бор. Ну что, ребят, я уже в сосновом бору, на меня сразу же, конечно, нападают зомбари, но это не удивительно. Ребят, в общем, мне сейчас придется перейти на локацию, потому что на меня набежали волки. Но когда я поменяю оружие, им явно не поздоровится. Ну что, ребят, я снова зашел на локацию, и знаете что? Сейчас я попробую не сразу тратить огнестрел, а аккуратненько подобраться к этим волкам. То есть, ребят, что я прямо сейчас хочу сделать? Я хочу взять разрушитель, убить альфа-волка и потом добить обычных волков. Получай! Минус альфа-волк, минус обычный волк. Все, я убил всех волков, ну и теперь мне нужно добить обычного толстяка. Получай! Все, ребят, я тут всех просто раскидал. И мне, ребят, еще остается найти рейдеров. Я вижу какую-то троицу, и я думаю, что это как раз-таки те самые рейдеры, о которых мне говорил Патрик. Ну, в принципе, сейчас мы это и проверим. Да, здесь рейдер какой-то стоит. Ну, и я уже теперь на 100% уверен, что там стоят рейдеры. Прямо сейчас я беру в руки М16, ну и я уже готов их убивать. Только надо грамотно вот так вот обойти. Ребят, главное, чтобы я еще не затупил, и меня не спалили эти рейдеры раньше времени. Так, вот этот рейдер стоит. И сейчас начну по нему стрелять. Получай, на-на-на-на. А, остальные не агрятся просто. Отлично, все, минус один. И остаются еще два рейдера. Так, сейчас я беру в руки разрушитель, и мне нужно одного бахнуть разрушителем. Его же добить М16, ну и как-то там добить последнего рейдера. Так, ребят, все, у меня почти фулл хп, ну и я готов наступать на этих рейдеров. Блин, тут еще бегун стоит, ладно, получай! Еще раз! Да блин, не на того, блин, сагрился мой этот разрушитель. Ладно, сейчас попытаюсь как-то добить этого рейдера. Получай, все, минус один рейдер, и остается добить последнего. Так, главное, чтобы он один раз ударил. Все, я хилюсь, отлично, отлично, пока все идет хорошо, и мне надо просто добить рейдера. Все, наконец-то я выполнил задание. Вот постоянно, когда я убиваю рейдеров, что-то постоянно идет не так. Не знаю, с чем это связано, но да ладно. Ну что, ребят, я выполнил задание, чуть-чуть подзачистил локацию под названием Сосновый Бор. И теперь погнали на локацию Эхо-1. Мало нам было зомби и рейдеров, так теперь еще и животные начали дичать. В сосновой чаще бесчинствует огромный медведь. Местные очень недовольны, нужно им помочь. Окей, погнали в сосновую чащу. Вот, ребят, я не понимаю, почему я всегда встречаю зараженных медведей. Я очень редко вижу обычных, простых, незараженных медведей в игре Last Dinner Survival. Я не знаю почему, но разработчики во всяких сезонах обычно добавляют зараженных зомби-медведей. Кстати, было бы круто, что если бы в сосновой чаще обитал обычный медведь. Так, ребят, что-то я заговорился, я уже добиваю медведя. И стоп, земля трясется, это громила! Так, ребят, я не знаю, сколько он хп наносит, но я лучше захилюсь. Так, 34, ну да ладно, пофиг, что я потратил аптечку. Зато я хотя бы выжил, все, просто убегаю с этой локации. Прямо сейчас, ребят, я отправляюсь на локацию под названием Дом, чтобы выложить все ненужные ресурсы и подготовиться к локации Заброшенная фабрика. Ну что, ребят, я пришел на локацию Заброшенная фабрика, ну и, конечно, буду ее зачищать. Надеюсь, я не умру на этой локации.
Я зачистил локацию под названием «Заброшенная фабрика», ну и давайте выйдем на глобальную карту. Ну а вышел я на глобальную карту, чтобы, конечно, зачистить локацию «Заброшенная фабрика» за провиант. И слушайте, микросхема — это достаточно крутой ресурс. Но что же мне еще выпадет? Ну, в принципе, нормально, идем дальше. Тоже микросхема, офигеть. Итого я получил целых две микросхемы. Ну а теперь, ребят, давайте зачистим локацию «Каменные горы» за провиант. Отсюда тоже падают крутые ресурсы, но и я не против ее позачищать. Так, нормальные ресурсы, ну и давайте еще раз последний раз пройдем за провиант. Ребят, я уже получил очень много опыта, а также странных минералов. Ну и давайте посмотрим, сколько же у меня странных минералов. 1440 штук. Это, ребят, очень много. Ну что ж, дорогие друзья, на этом мой видеоролик подходит к концу. Обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на мой YouTube канал. Ну а с вами, как обычно, был Влад, и всем пока-пока.